Категорически приветствую всех на моем канале. Сегодня у нас еще один красавец от компании Cannondale, который предоставил нам Вова. Это магазин в городе Герой Ладыжин. Вот. И это велосипед, на котором он ездит, катает, мандрует. Он открыл сезон уже. Уже там успел его немножко загрязнить. Ну и это правильно, велосипед не должен стоять на месте. Значит, это у нас Cannondale F29. Это велосипед из серии Lefty. Такого вот правильного темно-синего, как сказать, с черным отливом цвета. И вот мы сейчас его посмотрим издали. Посмотрим его в лицо, ему посмотрим в бесстыжие левые глаза, которые достаточно, скажем, непривычно смотрятся для нас. А потом подойдем ближе и рассмотрим, ну, все нюансы, которые можно только рассмотреть. Вот так вот. Значит, с чего начинать? Начнем опять же вот с этого вот товарища кота, который тоже хочет все знать, все видеть. Это велосипед Niner. То есть здесь стоят резина Racing Ralph от компании Schwalbe. Ну, достаточно агрессивная. Пока я его выводил из магазина, в этих вот местах я слышал такой. Значит, заднее перо у нас тоже имеет такое вот интересное свойство. Здесь оно ширше, а здесь оно вот так вот уже. Значит, про обода я ничего не могу сказать. Я в таких ободах не специалист. Спицы не аэро, но правильного черного цвета, с правильными головками. И вот что у нас еще: 160 миллиметров ротор, тормоза шимановские Деоры. И у нас такой вот интересный эксцентрик тоже от Шимана. Мне нравится, когда все вот такого стильненького черного цвета. Так, что у нас дальше? У нас это дюралевая рамочка. Вот так вот. 29, на ней очень хорошо видно. Вот так вот. Форму перьев можно увидеть. Здесь у нас тоньше, здесь шире. И здесь тоже вот так вот идет вот такой вот интересный, ну, необычный профиль труб. Значит, наклонная труба рамы в этом месте, она немножко приплюснута здесь. И здесь вот возле надписи F29 она вот имеет такую вот достаточно хитрую форму. Вот так вот выгибается в этом место. Значит, эта проводка тормозов у нас идет. На Cannondale-овском, значит, зажиме видно 5 Nm. Это сила, с которой мы затягиваем болты. Ну, подсидел. Красивый черный дюралевый. И седло вот так вот. Тоже интересно, белые полозья. Ну, выглядит интересно. Седло Cannondale-овское, какое я, ну, не могу сказать. Выглядит оно реально спортивным. Дело в том, что так ясно, сколько это все смотрю. И во-вторых, по таким велосипедам я не специалист. Скажем так, я на них даже и не катался особо. Вот. Так, ну окей, продолжаем. Что у нас дальше? У нас вынос, имеющий такую вот очень хитрую форму, типа шестиугольную. Это, очевидно, какая-то заглушка. И тоже там какая-то надпись его, ну, наверное, от типа 29, что ли. Правильные грипцы, эргономичные, которые вот из-за вот этой вот площадочки, они позволяют вот ложить сюда руку и, значит, чувствовать себя удобно и комфортно. Ну что, привод переключателей тормоза у нас достаточно удобный. Shimano Deore, гидравлика. Ну, в принципе, тут те, кто знают,
они это могут оценить. Так, что у нас еще? Shimano SLX. Это у нас идет сами переключатели. Теперь мы переходим к рулю. Руль у нас имеет немножко выгнутую форму, но в целом это палка из дюраля от компании Cannondale. Я смотрю, они вообще любят свои вещи, свои там выносы, свои подсиделы, все именно свои элементы. Так, ну самое интересное, конечно, сейчас мы начнем смотреть на саму вилку Lefty или Lefty, как ее еще называют. Вот так вот. Вот такую вот она имеет интересную форму. И вот так мы на ней идем вниз. Это у нас идет проводка тормоза. Вот, у нее движущаяся часть ходит внизу. И имеется вот для нее такая вот защита. Ну что, здесь же прикручен и тормоз, здесь же и прикручен, значит, к компьютеру датчик. И вот это для беспроводного велокомпа у нас имеем, мы имеем, я уже немножко устал говорить, вот передатчик. Ну что, ну диски, про диски я ничего не могу сказать. Так, могу сказать несколько таких вот нюансов. Вот это вот у нас, это такая резиновая вещь, которая позволяет защищать раму и саму вилку от ударов. Также у нас вот Вова поставил зеркало для того, чтобы видеть, очевидно, этих, кто едет сзади и чего они там, какие маневры собираются производить. Я еще хочу отметить, что у нас контактные педали необычные, там привычные нам всем Shimano SPD, а от компании Exostar. Вот так вот, не одним Shimano, значит, сыт человек. И вот, пожалуйста, покажу логотипчик. Сейчас будем переставлять на вторую сторону. Это еще один вот товарищ, который он хочет попасть к нам в эфир. И он тоже велосипедист. А это вход в наш магазин, где, собственно говоря, мы понабирали этих велосипедов для теста. Ну что, я впервые покатался на вилочке Lefty. Я могу сказать, отрабатывает она точно так же хорошо, как и обычная вилка. Ну что, она не настроена под мой вес, поэтому некоторые нюансы я ощутил, скажем, ну, бахтырь русский. Вот. Велик нравится. Ну, шуршит, катит, реально катит, летит. Что могу сказать, советую велосипеды Cannondale, советую вилку Lefty и вообще советую кататься на хороших великах. Палец вверх, подписывайтесь на мой канал. Ваш дядя Вова.